Всем привет! Сегодня у нас ноутбук фирмы HP. Ну что, откроем, посмотрим. Такая вот коробочка. Так, что тут? Тут у нас зарядное устройство. Какая-то заметка, что-то тут немножко написано. Это гарантия, номера телефонов. Так, это что? Вказивки на лаштование. Это на русском, вот, на украинском и непонятно на каком. Так, тут это понятно. Это потом прочитаем. Так, сам ноутбук. Так, ребята, давайте посмотрим, что тут. Это не так. Вот такой вот ноутбук фирмы HP. Так, это батарея тут. Тоненькая, небольшая, маленькая. Что мы тут имеем? Выход под CD карту, USB вход, еще два USB входа, наушники, питание, под кабель интернетовский и кабель 3.0. Так. Сейчас включим зарядное. Так, и что мы тут имеем? Вот такой вот плоский экранчик, чтобы вам было видно. Очень хорошая клавиатура. Так, включаем. Так. Вот что мы имеем. Такой вот ноутбук. Так. Сейчас мы почитаем характеристики этого ноутбука. Итак, ноутбук фирмы HP 15-AY027UR Intel Core i3-5005U2000.
Что мы имеем? Операционная система Windows 10, процессор Intel Core i3-5005U 2000 МГц, ядро процессора Broadwell, количество ядер 2, объем кэша L2 512 КБ, объем кэша L3 3 МБ, память 4 ГБ, DDR3L 1600 МГц, изображение, экран 15,6 дюймов, разрешение 1366 на 768, широкоформатный. Значит, экран глянцевый, подсветка экрана светодиодная. Так, видео, тип видеокарты дискретная. Видеопроцессор AMD Radeon R5M430. Видеопамять 2048 МБ GDDR3. Так, оптический привод нету. Объем накопителя 500 ГБ. Интерфейс накопителя Serial ATA. Так, связь LAN модем. Сетевая карта 10-100 мегабит в секунду. Беспроводная связь Wi-Fi. IEEE 802.11n Bluetooth 4.0. Интерфейсы USB 2.0. 2, 3 выхода. USB 3.0 1 выход. HDMI, вход, микрофон, выход на наушники, комбо, слоты расширения, устройство для чтения флеш-карт, есть, поддержка карты памяти SD, питание, количество ячеек аккумулятора 4, тип аккумулятора литий-ионный, звук, встроенные колонки есть, микрофон есть. Дополнительно веб-камера есть. Так, особенности. Слот для замка Кенсингтон. Так, и размеры. Значит, размеры. Длина, ширина, высота. 384,3 на 254,6 и на 24,3 мм. Ну, вот такой вот ноутбук. У нас на Украине цена у него пляши там от 12 тысяч там до 18-19, смотря в каком магазине. Ребята, характеристики вы узнали, цену узнали. Так, такой ноутбук. Ну и по случаю, конечно, хотел поздравить всех с прошедшим Новым годом, с прошедшим Рождеством, с наступающим Старым Новым годом. Хочу всем пожелать счастья, здоровья, удачи, любви. Всего самого-самого наилучшего. Ну, на этом, наверное, все. До новых встреч. Всем пока. Пока-пока.